Российско-американские экипажи повторяют крутой маршрут военных лет. Из Монтаны на Аляску, а потом в Сибирь. Во время Второй мировой по этому пути в СССР поставляли боевые самолеты. В воздух поднимаются раритетные машины. Современной аппаратуры на борту нет. По словам пилотов, этот сложный и опасный перелет – дань памяти героям, приближавшим победу. Репортаж Анатолия Лазарева. В бой идут одни старики. На взлетной полосе военные самолеты времен Второй мировой. Разбег, отрыв, и первые истребители уходят в небо с американского аэродрома Грейт Фоллс в сторону Сибири. 70 лет назад. Тогда еще совсем молодой лейтенант Дональд Томлинсон сам за штурвалом перегонял по этому маршруту бомбардировщики, штурмовики в Советский Союз по программе «Ленд-Лиза». Говорит, что сегодня он не мог не прийти сюда. Перегоняя самолеты в Сибирь, я налетал более 500 часов, потом был перерыв, и еще 500 часов, итого 1000. Такое ощущение, что провел на этой трассе целую вечность. За годы войны по трассе Аляска-Сибирь доставили почти 8000 самолетов. Вот, например, знаменитая «Кобра». Считается, что в мире осталось только две таких машины, способных сейчас подняться в небо, и это одна из них. Именно на подобном истребителе трижды герой Советского Союза Александр Покрышкин одержал большинство своих воздушных побед. Идея повторить перелет по историческому маршруту Ленд-Лиза из США в Сибирь на тех самолетах, которые однажды это уже сделали, 8 лет назад пришла американским летчикам-любителям. Об этой странице истории многие не знают, особенно в США. Да и в России, наверное, тоже. Я считаю, очень важно напомнить о сотрудничестве в годы войны, о тех маленьких подвигах неизвестных летчиков, которые внесли свой вклад в большое дело победы, и о тех, кто сделал эти самолеты. Этот перелет – наша дань памяти. Как и в годы Второй мировой, самолеты взлетят из города Грейт Фоллс, что в штате Монтана, и возьмут курс на северо-запад. Совершив несколько промежуточных посадок на территории Канады, доберутся до Аляски, где пересекут Берингов пролив и окажутся в России. Анадырь, Магадан, Якутск, Братск, Красноярск, Москва. Ожидаемое время в пути – 14 дней. «Мустанг», три «Тексана», Б-25, «Кобр», два «Дугласа», Си-47. На то, чтобы найти эти самолеты, отремонтировать и подготовить к дальнему перелету, ушли годы. Для пилотирования некоторых летчикам пришлось проходить спецкурсы. Например, на учебном истребителе АТ-6, по словам специалистов, легко летать, но тяжело приземляться. Большая часть маршрута пройдет над тайгой – американской, канадской, российской. В каждом самолете охотничье ружье. На всякий случай. В кабине этого самолета достаточно тесно. Ни о каких удобствах речи, естественно, не идет. Лично мне сложно представить, как можно пролететь 14 тысяч километров в таких условиях. За годы Второй мировой в Советский Союз было поставлено 50 таких машин. Ради исторической достоверности в самолеты не стали добавлять никакого современного оборудования. Совместные российско-американские экипажи полетят, как во время войны. Ну, основная сложность, которую ожидаю, это будут погодные условия. Потому что самолет приспособлен больше для визуальных полетов. Он не оборудован локатором, не оборудован противообледнительной системой. Вот. С точки зрения пилотирования, он практически, ручного пилотирования, практически не отличается от современного самолета. Современный самолет более оборудован автопилотными режимами, которые облегчают работу летчика. Это вот единственное отличие. Проект осуществляется без государственного участия, исключительно силами энтузиастов, которые уверены, чтобы смотреть вперед, иногда полезно оглянуться назад. Но чем больше таких проектов, тем больше будет понимания у людей, что у нас очень много общего. И в истории, и я бы сказал, очень много и в тех вызовах, которые стоят перед США и Россией сегодня. И каждый такой маленький проект, он вносит свой вклад. За прохождением самолетов по маршруту можно будет следить в интернете. Полковник Томлинсон уже обязал родных предоставлять ему ежедневные сводки. Анатолий Лазарев, Дмитрий Вишневой, Первый канал, США.